Хай, хей, с вами Steam Hey. Сегодня у нас вышло новое обновление в GTA 5 онлайн. Я уже приобрел себе вот эту новую машинку. Она из новой обновления «Ночная жизнь». И сегодня мы ее прокачим на... Ну, насколько денег хватит, мы ее прокачим. Мы... Я уже ее приобрел. Мы уже около мастерской Лосатом Кассом. Эта машина стоит 909 тысяч, и мы сейчас ее попробуем прокачать по полной. Мы не будем и на нем броню ставить, она же у нас спорткар, все дела. Мы будем по максимуму все ставить. Еще мы возьмем сегодня клуб, и это очень круто, ведь настройки двигателя, это очень круто. У нас будет свой ночной клуб, все дела. Так, какие тут? Ну, в принципе, мы по максимуму качаем, так что даже не будем смотреть. Глушитель тоже самый максимальный, что у нас за глушитель, не вижу. Ладно, сойдет, 9000, нормально. Рычатку не будем. Радиаторная. Какие тут еще? Ну, это... форма... Оу. Ну, все-таки по максимуму, делаем будем по максимуму. Капот. Капот, какой нам капот? Какой тут самый дорогой? Вот такой он самый дорогой. Ну, мне не очень он нравится. Ну... по максимуму, так по максимуму. Так, мы даже не считаем. Это вот у нас сколько... Ну, ладно. Будем считать где-то... Ну, машину за миллион. О, у нас раскраска есть. О. Какая, ну... О, Британия. Ну... Ну, я думаю... Это вообще за ноль. Блин, королевская. Ну, вот эту за 25 тысяч возьмем. Так, это номер, мы, наверное, ее перекрасим какой-нибудь черно-красный такой цвет. Вот сейчас будем окраску делать. Сейчас основной какой тут у нас металлик давайте сделаем. Воу, о, вообще. Вот, наверное, вот где-то вот такой у нас цвет будет у нас. Да. Ну-ка, а металл, ну-ка. А металл у нас недоступно. У меня тут просто маленький уровень, я, знаете, не так играю. Но денег у меня дополна просто. Ну вот черный будет у нас, наверное, сейчас классический цвет, красный. А это фары у нас, фары где? Ага, фары вот тут поменялся цвет. Почему-то я не поменялся цвет у нас. Я хочу вот этот фары. И вот цветобивки. О, цветобивки есть, нифига. Ага, тут рули какие-то. Ну, давайте его гранатовый сделаем, чё бы нет-то. Так, нет, так, окраска, цветобривка, в основном. Блин, ну вот, сойдет, короче. Продать подвеску мы сделаем самую нижнюю, спортивную. Трансмиссию мы будем делать. Хотя она и так уже быстрая, багажник, что у нас тут? Вот это типа спойлер, что ли? Ладно, давайте последний сделаем. Турмонадув сделаем, хоть она и так уже быстрая у нас, но мы все-таки колеса эксклюзивные сделаем, хромированные диски, блин, вот такие сойдут у нас за 81 тысячу, чё б нет. Шины, дизайн шин будет у нас такой спортивный, улучшать не будем ее, чтобы она стекла, мы ее полностью затонируем, чтобы она вообще нас никто не видел в ней. Ну и все, вот наша тачка готова. Можно сказать, ее за полтора ляма сделали. Хорошая машина. Очень хорошая машина, блин. Ну нормально, нормально. Кататься можно, в принципе, на этой машине, если ты знаешь толк, все дела такие, знаете. Ну хорошая, да. Во. Listen, Tony... Так, пошел в жопу. Сейчас мы будем приобретать ночной клуб, чтобы у нас был. Давайте зайдем на сайт и приобретем. Зайдем в Майсбанк, войти на сайт, ночные клубы. Давайте возьмем вот самый дорогой. Что у нас? Сколько их тут? У нас их тут. Ну ладно, ты лям 80. 35, полтора, 440,
525, 600. Так, вот это самый дорогой пока. Нет, вот этот ошибся. А, нет, вот этот за... Вот, берем его, короче. Стиль у нас, давайте, просто вот такой будет. Освещение, конечно. Оу. Оу. Освещение самое... Название. Ага, название. Давайте вот Тони. Вот такой Galaxy есть, нифига. Ладно, будет такой наш склад. Склад, ну давайте машину тоже поставим. 2 миллиона склад стоит. 2 миллиона, друзья. Это получается мы около, на около 3 миллионов уже танц... Конечно, то... Два парня, Ну, а это как выглядит? Нет, у нас будут... У нас будут две девушки. Так. Вот, 230. Сухой след. Что за сухой след? 5... Друзья, мы потратили около 6,5 миллионов. Потому что посмотрите вот на эту цену. Просто 5 миллионов. 5 миллионов просто, вот просто сейчас на ночной клуб трачим и все, мы купили, мы приобрели, все, маршрут, все, поехали на наш ночной клуб, все, поехали. То, у нас появился новый контакт Тони, все, мы потратили около 6,5 миллиона долларов, просто 6,5 долларов, просто не знаю. Надеюсь, этот ночной клуб того стоит, потому что если он просто никому не нужен, то это ладно. Мы вот на своей новой машинке едем, все дела. Так, у нас проблема, скорее одна проблема. Пришел этот идиот, и видишь, это же Вайндуф. Тут полно идиотов, твой же. Ну да, действительно, это мой. Так, пойдем заведем машину в гараж. Хочу в гараж ее заведем. Посмотрим, как гараж. О, у нас тут... О. Так, надо обязательно купить эти подземные этажи. Сейчас, попробую сейчас. Ну, сейчас мы посмотрим. Из себя представляет этот ночной клуб. Where's the light man? Brian, give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Fame or Shame Live with your host, Laszlo. He does that, and then... Shit, ow! And then I run on, and everybody claps, and then I go, it's time to introduce the guests. And then, where's my assistant with the list of guests? Wait, hello? What the fuck? If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, your friend's here. All right, thank God. Brilliant, that's a wrap. Piss off, Laszlo. What? This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. But Tony... Oh, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to what we do best, playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots. Tony, please, I'm desperate. Listen, I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not sit here and watch it. We need kids, young people, midlife crisis divorcees, whoever's gonna bring the party. And we need them wasted, and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits. I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Okay? Get me a DJ! Tony, I'm the DJ. No, you're not a fucking DJ. You're a dick. But Tony, I got you a bunch of slaps. I'm gay Tony. The gay Tony. Ну, на данный момент сейчас Тони мудак. Me and him. But if you want to bring some famous people into the club, we will host them gracefully. Because I am favor and grace, and I am back. Оу, черт. Всегда не вовремя мне звонят. I need a DJ. I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Tony, can we hug?
Yeah. Please, sure, yeah. You shouted at me a lot. All right. And Tony? Yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Okay, I'll bear that in mind. All right. Find me English Dave. English Dave? He's a DJ, the booker. He's in the book. All right, come on, boss. Let me show you around. All right, listen, big guy. Work your list of famous people. We're opening very soon. Okay, you got it. All right. I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room, lots of storage. О, нормально. Ну, мы сейчас смотрим более подробно, что и как у нас тут. Где что находится. You got a computer in there. Staff down here, your whole entourage, whatever you need. Sure know how to set that up. And upstairs... Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Oh, and the name, Tony's Funhouse. Let's go. Interesting, I see a galaxy. Amiga! Okay, Pasta! Hello, Dave. My new investor, English Dave. Safe, skin, respect. So how you been, Tone? Long time, no power! Hi, Zakai, Dave, and curse and fate. And you? Oh, never better, old son, never better. One love. Nice bag. No, thanks. Suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. Ha-ha! A proper underground dance music paradise. Блин, ну, kind of вот сейчас у нас стрёмный paradise, клуб сейчас выглядит. We're gonna make this place amazing. I need people, you know music. Club music. What you need, old son, is a European. Someone with savoir-faire. Someone who can bring in the business. Let me see. No, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. How much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. We've got to get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know a ritual sacrifice? Festival out in the desert? Gotta borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. Так, ну все, вот наша машина. Так, это я сейчас в гараже. Наверное. Ну давайте осмотрим новый контакт Лазло у нас. Так, оп, это ваш личный офис, Тони уже начал. Так, это вот мой личный офис. Все, теперь мы будем знать, где у нас что лежит. Диванчик, роскошный такой. Лифт на складе, ага. Также можно на лифте, а нас надо купить. Используется компьютер, чтобы запустить приложение по управлению ночным клубом. Там кто-то стоит у нас. Кто это, интересно, стоит? Да и всякие у нас. Так, а тут интернет, давайте все осмотрим. Тут что у нас? Так, это у нас, я смотрю, второй этаж. А ты кто? Это тупой, блин. Так, это Саймон. Вопрос: почему у меня еще такой нищебродский клуб? Я что, его зря тут покупал? Почему так выглядит? Я все по-другому сделал. Ладно, зайдем сейчас в комп, посмотрим, что у нас там. Так, залетай. Давай, чтобы получить доступ к приложению. В качестве босса, да изи. Так, управление начнем пригласить плата. То есть, что у нас? Сделаем $50. Сойдет, $50. Доступ к организатору, банда, друзья, банда, все. Доступ к диджею, союзники, да. Вип-зону, давайте какая-нибудь, знаете, банда и друзья, доступ к офису, давайте, друзья только, наверное,
Ну все, надо. Я босс? Нет, я тут босс? Нет. Пригласить нас? Нет. Ну и хрен с вами, знаете. Так, надо стать боссом. С шефом. Надеюсь, это вот. Все, да. Это оно, я не ошибся. Все, шеф, все дела. Да, заходи, что тут у нас есть. А, подготовка персонала. Okay, here we go. Here's our staff. You can pick them up in any order. Я не понял. Да пошел ты, буду я разговаривать. Все. Персонал нанят, доставлен, все дела. Все что ли? Это все? Нет, это. Okay, okay, we've got our core team. Пошел ты. Вести. О, бармен. Барменша, точнее. Так, ладно. Осталось нам оборудование. И наш куб преобразуется, надеюсь, в нормальный вид. Потому что это какой-то, знаете, такой бомжатский вид. Тема чё-то погиб вообще. Ну все, давайте. Последняя подготовка оборудования. Понимаете, что мы около 6. А где машина? Дайте мне машину, слышь? О, на то поеду. Нахрен мне на твоя. Я вот на эту поеду. Надеюсь, тут недалеко. 3 километра, ну ладно, похрен. Поехали. Музыка такая, надеюсь, там. Блин, надеюсь, там не надо там по ящику таскать. Если там надо было по ящику, то мне надо было кого-то нанять, что ли. Или кого-то позвать. О, пришла. Видишь, батя едет. Новый владелец ночного клуба, ёпта. Где ты будешь танцевать? Только в моем ночном клубе. Там и отдыхают, и развлекаются, и там... Полюбасу я буду каким-то наркоторговцем продавать. Все-таки такой бодягу всякую я буду такой. Оп, дилера найду себе и буду. Или сам стану дилером. Или буду сам развалять бодягу. Короче, буду в своем клубе нечисто бизнес делать. Чтобы нормально будет. Что-то мы уже далеко от клуба отъехали. Даже недалеко. Оборудование что, за городом, что ли? Ай, сократим! Была не была, сокращаем! Чтоб долго не ехать! Ой-ой-ой-ой! Ладно, машина все равно не моя. Мы ее вообще... Оу! Это что это там такое? О, это... А, все, я... Музыкальная... Вот это тут тусня. Блин, этот автобус точно мне нужно купить. И... Я видел его, он...
продается. Сейчас мы, короче, раскачаем танцпол. Ай! Меня еще и стреляют. Черт, я всех там скинул. Итак, народ, мы вот приехали. Тут уже, смотрите, укажись, народ уже в мой клуб. Ё-моё. Ой, застряли. Колонка. Давай, давай, заезжай, маленько тут осталось, давай. Еее, все, приехали, кажись. Все, зашибись, все. Смотрим касцену. Если она будет, конечно. Оу. Come here, look at this. I love it. Tony's Funhouse. What do you think? I think it's 100. What the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I am the opening DJ. Get the crowd bumping. Get the millennials boys with the wooka wooka wooka. Go away. What? Go get me some celebrities for opening night. Put up in the VIP lounge if you have to, but you will not be DJing. My glow stick. Oh, now. Let me show you what we got ready for you. Come downstairs. Now remember, I do not nor want to know what's going on down there. I will plead absolute stupidity. But if you need my help, anytime, count on me. Now this place is fully operational, huh? I don't do the tax returns, I don't deal with whatever goes on down here. Now I'm just a club manager, but if you happen to say fill it with some various products of your illicit businesses, I could probably help you sell them. All right, now everything else on the computer over there and in the office. Shall we head upstairs? Here's our private office. My desk is over here. Hear no evil, see no evil. Вот, нифига, у меня там стол. Brave mate, think of nothing, absolutely nothing, and brave. Ain't it amazing? Hello, Tone. Sniff. Ah, no thanks. Hey, baby, 4 shots. Good news. The big European is on the wing. Private, of course. Spared no expense, as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? And when you get back, we shall have ourselves a little party. Yeah. Here's to Tony's Funhouse. Yeah. Кто-то крестинул. See you shortly. You alright, lads? No, fucked up. Кто-то не умеет пить, блин. Ладно, мой, блин, персонаж, алкаш, еще тот, ё-моё. Так, ну давайте, заберите кого, еще из какого-то Соломон забрать, блин, ладно, поехали. Это кто? А, понятно. Ладно, поехали, заберем и начнем нашу тусню в нашем новом клубе, это будет, наверное, устроим тусню на весь город Лос-Сантос. О, тихо. Ну, дерево мы, конечно, не пропустили, и кого-то даже убили. Так. Ну все, едем, давайте. Быстро его заберем. Куда ты едешь, в зеркала смотрю, уродка. Так, ну все, мы в принципе сейчас уже почти доехали до аэропорта. Надеюсь, там ничего не будет. Если что-то будет, то возьму вот мини-ПП. Если что, буду стрелять. Так. Так, в принципе, почти уже доехали, тут маленько осталось лишь... О, километр! Дрифт! Дрифт! Тихо, тормози! Ё-моё, ну что такое, Давай, езжай! Мы тут сбили маленько человека, ничего страшного. С ним точно не случится. Что-то там говорит, я даже не читаю. Так, блин, мы не туда свернули. Или туда. Вообще без понятия, ну кто там ездит внизу. Кажись туда. No, he can't be passed out. Not with all them uppers in his system. Get up there and do something. Push some buttons.
Oh. Jesus, Dave, there's so many buttons. Just press one. It's what you do for a living. I'm a DJ, not a fucking pilot. Go on, you... Че, а че с пилотом? Он че, подох или типа того? Обкурился. Одному прибыль, другому жизнь надо спасти. Так, совсем плохое дело. Ну, получилось. Чудотворец, блин. О, вышел такой, знаете, диджей, what fuck. Саламу. Dropping a range he was, son. No extinct spared. Come here. I told you you так он жив все-таки. Let's go work some more. Twat. Ну, дело нормально. Все, приехали. Фига себе, Джейсис. Какой клуб? Почему у нас такой? Какой-то грязный, надо его помыть. Преобразить, блин. Оу, че, да что такое, меня все отвлекают сегодня. Подождите, не отвлекайте, пожалуйста, меня. Короче, засунул под подушку. О, у нас уже тусня тут. Okay, my way for talent, celebrity a walking. Звезда идет. Все такие, ват. Watch out, old bean. Solomon, baby, come here. Oh. Yeah, sorry my flight was delayed. He's a little shaky, but he's gonna be all right. I'm sorry I never met you, but I'm a massive fan. Massive fan? Me too. Solomon, B-Gates, Acton. Yo, I've got some serious ED. Oh, I'm sure you do. Yeah. No, EDM. EDM, I made a whole USB of tracks I produced. This is Laszlo. Hi, Ten. Too slow. Wait, come on. Shall we? I'm a DJ, too. I spin a lot of, you know, birthday parties for kids to make extra money. Мне кажется, вот так с ним поступаю, он что-то сделает, знаете, такое плохое. I'm not desperate. I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, here it is. We've done it. The party. We got the fucking party. We are the fucking party. Excuse me. Have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational, whatever you want. Tony! Hey, baby! That's nice dress. The timeless class of latex. Let's go! Нормально так. Yes, 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 yes. Jesus, tonight, at the opening of Tony's Funhouse! Yeah, Los Santos has finally figured out how to party again. You're gonna join me, DJ Laszlo, in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. All right, please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! Да, что-то мало криков, восхищения. Let me know if you want me to MC. Let me think about it. Okay, great. He wants me to beatbox. I'm gonna fucking get laid. I'm gonna be down here with the chicks. Fucking grind it, bro. Molly, bro. Molly! Такой типа радостный, типа. Ничего я только не понял. Оо, мы можем танцевать! Ура! А, нифига, тут. А, тут зажимать. Нифига, я могу тут. Что я еще могу? What the fuck? What the fuck? Что тут вообще происходит?
черт, он у меня вообще танцор диско. Блин, ну так вообще у меня мастер на все руки, блин. Блин, а если вот так вот? А если вот так вот? А если вот так вот? Четко, четко я вам скажу. Блин, нормально. Ой, все, теперь у нас, собственно, клуб, все дела. Ну-ка, давайте посмотрим, что, как это сверху вообще выглядит вообще. Нормально это выглядит вообще сверху. О, так наверху у нас тоже тут. Так, я тут могу выбить, слышь? Да, могу, вон он у меня там стоит. Ну ладно, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, комментируйте. С вами был Мистер Стим. Покупайте этот клуб, заходите ко мне в GTA 5 онлайн. Все будет в описании. С вами был Мистер Стим. Всем удачи и всем пока.